Каждый вечер, сидя дома и слушая странную музыку, пытаемся найти маленькую дверь, за которой находится клетчатая комната с алым занавесом на пыльных окнах. И мне страшно отодвинуть этот занавес, потому что я боюсь увидеть отражение своего второго «я». Может быть, это самое страшное, что может существовать в этом призрачном, в то же время слишком уж реальном мире. Нашей души воспринимают все по-разному. Раньше нам нравилась одна музыка, теперь совсем другая. Раньше мы носили одну одежду, сейчас думаем, как мы могли вообще это на себя надевать. Все в этой жизни переменчиво, и даже сама жизнь. Но иногда мы не подозреваем, как все может измениться. И точно не ясно, изменилось ли это в хорошую сторону или в плохую. Испанские летчики двигались на юго-запад, и им казалось, что это единственное правильное направление. Пытаясь разрушить зазеркалье каждодневной рутины, мы пишем и играем свои песни, выражая свои мысли и идеи. Это переживания, взгляды и мироощущения простого парня с окраины, который мыслит не так, как все, и это становится понятным другим. Ощущение реалий приводит к замкнутости. Мы часть старого и ржавеющего механизма. Но разве плохо, если этот механизм разлетится на детали, какие-то из этих деталей соберутся в качественные, свободно мыслящие движения. Люди красного дерева – одно из таких движений, составная часть этого – рок-н-ролл и поэзия. Необычно.
Виноградов. Он просыпается каждое утро, чтобы прожить еще один день. Да, наверное, как и любой другой человек. Он замкнут и в то же время общительный. Он пишет песни и говорит в них о том, о чем может сказать человек, живущий на задворках цивилизации. Одиночество приводит к рождению разных мыслей. И эти мысли находят отражение в понимании других людей. Если эти мысли ты выражаешь через песни. Настоящий испанский летчик. Шурик, придумывая басовые партии, предпочитает четкий мелодичный риф или расплывчатый набор красивых звуков. По специальности парикмахер, но работал и сторожем, и продавцом. Любит рассказывать страшные истории и всякие басни. Настоящий испанский летчик. Коля Мишанский, гитарист группы. Работая в театре звукооператором, возможно, единственное место, где ты чувствуешь себя одиноким среди людей. Одной музыкой на жизнь не заработаешь, и поэтому рок-музыкант ищет место, где можно было бы совместить творчество с зарабатыванием денег. Настоящий испанский летчик. Марат слушает БГ, Пинк Флойд, Дорс, да и вообще любит музыку разную и хорошую. Учится в мединституте, специальность нейрохирург. Все время играет разведчиков, у всех спрашивая, что летает вокруг. Движется против течения, играет на самом душевном инструменте. Готовится стать настоящим испанским летчиком. Барабаны — это целая религия. Играя, чувствуешь, как возвращаешься к истокам ритмов и чувств. Образы, которые рождаются от звука ударных, могут быть самыми разными. От злости до радости, от грусти до ностальгии. Денис Денисов играет на барабанах несколько лет и пытается внести оттенки ритмов в музыку людей красного дерева. Еще он очень много рисует на темы деревьев, осени и просто черно-белой графики. Настоящий испанский летчик. Собираясь вместе, мы создаем свой ни на что не похожий мир. Не похожий потому, что его создали пятеро абсолютно разных людей. Напомнила нам, что нам
уже давно пора по домам, что нам уже давно пора прощаться, облаксаться. Но скоро вечер, я опять иду смазливую бабенку искать, опять предчувствуя огромный кайф, слушая чайф. А потом ты неумело постелишь постели, я напомню, что меня называют Андрей. Я ненавижу Харевичу в кино, я пью лишь вино и при этом напиваю что-то наподобие «Wap-dai-ba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 -d
Часто спрашивают, почему люблю красного дерева, что это означает и в чем заключается смысл. Как уже однажды сказал Виноградов, наверное, сначала придумывается название, а потом уже втискивается какой-то смысл. И все же мы попробуем объяснить. Для себя мы решили, что никогда не нужно двигаться по течению. Придерживаясь такой точки зрения, мы и делаем свою музыку, свои песни. Каждый из нас, какой бы у него занятий ни был, в первую очередь музыкант. Именно поэтому мы и стали людьми красного дерева. Красные деревщики делают из него красивую мебель. И мы думаем, делают свое дело, отдавая всю душу. А так и должно быть, иначе зачем тогда вообще за что-то браться? Индейцы называют его честь племена и живут этим, так как это их истоки и их культура. Мы же играем рок-н-ролл, и красное дерево подразумевается не выкрашенное в красный цвет, а махогани, порода. Мир испанских летчиков и исландских рыбаков, людей с окраины, которые поют о том, что есть на самом деле, что происходит вокруг, и мы надеемся, что это понятно и другим. Не важно, в какой стране ты живешь и какую музыку ты играешь. Важно, как ты ее играешь и с какой целью. Что ты хочешь доказать и кому. Дай Бог успеть доказать это хотя бы себе. Разведу хоть на немного
Хоть мне обидно, что завтра опять никуда не уйду, закрою окно, ни черта там не видно. Да во что-то глядится, сплошное дерьмо, сплошные запинки, точки, не строчки. Напишешь и выбросишь тут же письмо кому-то асфальт, а мне все испанские летчики, потому что мы это придумали, как бы этим живем, то есть это наша какая-то сказка. Просто свободный полет, каждый делает то, что он хочет. В нас в группе нет твердой иерархии, которая присутствует во всем мире. То есть есть какое-то исходное начало, но нет той там тирании или диктаторства, понимаешь? Каждый человек должен быть прежде всего личностью. И каждый из нас уважает друг друга только за то, что он личность. Он сам по себе я. Мы пытались как бы создать себе определенный смысл какой-то, может быть,
мысли там в музыке. Но это не обязательно, что, например, испанские летчики, что мы испанские летчики летаем и бомбим там в Германию, понимаешь? Нет. Просто, ну, какое-то красивое сочетание двух слов и летчик. Ну, как-то все люди летают, понимаешь, по-своему. То есть пытаются как-то что-то делать. Кто-то, может быть, даже летает у себя на заводе, понимаешь, кто-то в институте, а кто-то делает музыку. Все равно, ну, музыкант, художник, поэт, актер. Он по-своему какой-то такой человек, ну, конечно, приближенный к чему-то высокому, возвышенному. А ты опять спрашивал, что тебя не устраивает в этом мире? Просто глядя на все, понимаешь, та же грязь там, какие-то вот криминогенные дела, просто то, что, ну, может быть, это для кого-то покажется таким, но слишком много у нас такого люмпинизма, понимаешь, в стране, то есть плохого вкуса очень. И постепенно ты замыкаешься в своем круге, в своей музыке, то, что тебе именно нравится смотреть по тому же телевизору и так далее. То есть из этого ты создаешь свой собственный мир. И, может быть, это является объяснением, что мы стали испанскими летчиками. То есть не такие, как всегда. Ну, испанский летчик, название было придумано еще зимой, когда писали альбом, да? Да. А мы до сих пор, каждый там где-то дома, лежа на диване, придумав какой-то, понимаешь, какой-то смысл, он постоянно меняется, как постоянно меняется наша жизнь. Так что можно определить так, что новая песня испанского летчика – это очень изменчивая такая, это изменчивое время. Просто время меняет нас. Следующее будет название там какой-нибудь там, сильный боковой ветер там, допустим. Да, и опять же в это название мы будем вкладывать один день одно, другой день другое. Мы придумаем себе какие-то новые смыслы, понимаешь, в нашем творчестве. И из этого выливается уже какое-то новое мироощущение, соответственно, новые тексты и даже какое-то собственное исполнение на каждом из инструментов. Что, как бы, самое главное для испанского летчика? Высота, полет, скорость и небо. Небо единственное, что завораживает глаз, во всяком случае, здесь, в этой земной жизни. И птицы вдали — это не просто случайная фраза. Но просто за небом космос. А птица — это как бы то существо, которое летает где-то в Поднебесье и находится чуть повыше от земли, от этой земной, чуть повыше от этих земных всех проблем. Самое главное — это увидеть птиц вдали. Thank you.
I'm gonna die.